руками. От камня, понимаешь, да? Да, да. Да, летит вверх. Ну, как рикошет, да, идет? Да, именно так. И мы, получается, как бы ловим это отбивание. Ну, поднимает вверх, да, отсюда. Если мы отойдем буквально от камня немножко, то ты почувствуешь, как мы полетим вниз. Угу. Полетели, посмотрим, куда вы. Ну тебе, да, тебе как это родной район уже, да? Я бы сказал, роднее, чем моя квартира. Откуда вы, Анатолий? Украина. Родом из Украины. А в самой Украине? Из-под Киева. Недалеко. Там село есть, вы вряд ли его знаете. Я говорю Киев, но из-под Киева. Понятно. Хорошее место, очень красивое. Там, откуда я родом. Здесь тоже очень красиво. Я горы всегда, вот как бы. Природа везде красивая, но везде по-своему. Да, там, где людей меньше, там еще очень красиво. Это точно. Чем больше людей. Видите, что сюда уже сделали за эти 8 лет, которые я здесь. Я узнаю немного некоторые районы. Так испоганили пристройки. Я тут в детстве, когда приходил, тут вообще вот ни одного дома тут не было. Да, я представляю, какая здесь красота была. Альпийский луг такой, наверное. Даже дороги не было. Ну, каменная дорога была. Знаешь, я одному грузину говорю, а вам же дорогу делают в село. Вы рады? Он говорит, с одной стороны, да. А с другой стороны, это очень плохие новости. Да, это плохие новости. Восемь лет, да, уже? Приятно слышать, когда твою страну как родную принимают. Второй дом. Да. Сначала наездами приезжали, катались на лыжах. Уже лет шесть уже плотно, вот уже без выезда. Нет, никогда. Всегда хотел, но никогда времени не было. Вчера тоже с твоей супругой, когда разговаривал, завтра она сказала, у меня сегодня встречи были, дофига. Отменил все, потому что уже не получалось иначе. Ну ты не пожалеешь. Летим, можно очень высоко, ты же понимаешь. Вчера, да, да, конечно. Свой третий рекорд Кавказа и Грузии, ну, вообще всего Кавказа. Сделал треугольник. Я полетел в Рожку отсюда. Рожку, представляешь, да? А нет, я не знаю терминологию. Вот смотри, если взять на север, да, там у нас есть Чаухи. Не да, слышал? Чаухи, да, знаю. Большая гора. За ну, ней, где спортшкола? За ней, да, будет школа, будет Ушка, маленькое село. Да. Рашка. Вот, ну, мы его так называем, почему? Потому что мы хотим туда сходить и ни разу туда пешком не дошли, короче. В общем, из этого я его знаю. Другие села там тоже очень много, но вот именно. И к чему я говорю? Вот туда полетел, потом полетел в Кахетию, на границе с Кахетией, рядом с Калави. Там заповедник начинается, много леса. Вот. Вот там была точка и возвращение. Получилось 140 км. Это очень большой треугольник выходит, да. За 6 часов 15 минут я сделал это. Вот. Из-за этого вчера мы с вами не полетали, а нет, с другими ты не полетал. Я говорю, Наталья, извини, эта погода бывает. Я вот как, знаешь, виндсерфер, мы ждем долго погоды, да, вот волны. Вот да. То же самое и здесь. Мы работаем с природой.
мы не можем так раз вот сказать. Хорошо, когда люди понимают, да, там выходит вот, свое внимание, там. А так они говорят, так и так, вот мы приехали. А человек ждал полгода погоды. Ну, кто-то понял, кто-то нет. И вот вчера, а вот до этого, получается, вот слава богу, карантину этому всему, у меня время появилось больше летать с ног. Я на дачу вообще жить переехал. Я тебя залетел. Это чудесно. Вот это наша посадка. Вот видишь, где улицы стоят? Да, да. А вот перед ней вот зеленая такая площадочка. Не на дороге, а вот немножко там ближе. Ну, зеленую площадочку не видно. Ну, вот если смотреть на улики, то за ней. Вот это вот. Ну, понятно. Вот, а до этого в апреле сделал рекорд, улетел отсюда в Лагодехе. Вот, единственное, немножко нарушил воздушное пространство, залетел в Азербайджан. У меня сел прибор. Да. И я уже летел на глаз. То есть я примерно думаю, так это. Да, а я ни разу не был в Лагодехе за это все время. Ну что это там приехал в Лагодехе? А когда приехал, то потом жена еще за мной приехала забирать. Мы так погуляли хорошо на следующий день. После разборок всех, конечно, я по гарнизонам. Там все нормально, короче, было. Да, в Азербайджан далеко тебе пришлось лететь. Да, тоже 7 часов получилось. До дни пролетим. Да. Насчет приземления в два слова. Вот это твоя позиция, ножки вверх, покажи мне. Да, держишь вот так вверх. Потом я скажу тебе, готов встать, становись. Мы будем близко с землей проходить, вот прям рядом с землей, да? На да. большой скорости. Но это и, не означает ставить ноги. Именно так. И для этого я тебя прошу поднять ноги. Ты обязательно. Это чтобы мягче посадка была, я ближе к земле беру. Если я близко к земле не возьму, тогда будет вот так вот падение небольшое. Такое сброс из этого. Чтобы мягче было, то нужно. Вот отсюда мы стартовали. Так километра 3 пролетели. По прямой. На машине километров 18. Ну, на машине, конечно. Там что? Там крестик. А, маленькая церковь? Маленькая церковь, да. Молитвы, да. А по-английски? Сам Лоцвелл.